это, Лёш? Прекращайте! Прекратите! Архипова – элитарная советская семья. Отец – генерал МВД. Мать – редактор популярной газеты. Трёшка в центре Москвы. Дача в Серебряном Бору. Но так ли все благополучно за этими крепкими стенами? Но мне-то можно было все рассказать? Вот зачем этот обман? Неужели ты думаешь, что я деспот? Да? Ничего не пойму. А разве я не пыталась с тобой поговорить, Вань? Больше всех расстраивает высокопоставленного родителя младший сын, студент Костя. Притащил в дом провинциалку Катю. Жениться он, видите ли, хочет. Чтоб ноги больше этой барышни здесь не было! Средний сын Алексей тоже мотает нервы родителям. Ведь все уже было решено. Невеста – дочка генерала КГБ. Так нет же, завел интрижку с начальницей. Женщины намного старше. Вообще-то это я должна беспокоиться о своей репутации. Я как раз о ней беспокоюсь. Смерть Брежнева. Арест Щелокова. Начало громких дел в МВД. История семьи Архиповых тесно переплетается с ключевыми событиями в стране. Герои саги «Серебряный Бор» с нами до конца года. Здорово, что проведем эти дни в компании Марии Шукшиной и Сергея Маховикова. Именно они играют главные роли. Михаил Волков, Ксения Бондарева, Первый канал.